Всем привет-привет! Привет! Сейчас утро, у нас четвертый день в Алматы идет снег. Снег. И снег. Вова каждый день чистит снег, потому что если он не почистит, будет гололед, и мы упадем. Так что Вова молодец. Вомморок. Он меня пытается затащить тоже на разминку, я говорю. Пойдем в вомморок. Сори. Мы первый раз сняли такого рода видео, распаковка посылки. В общем, пробовали еду из Эстонии, которую нам прислали Антон с Анной. После этого к нам обратилась Яна, которая живет около Венеции уже 16 лет. Классно. Да. Хорошо ей. Она предложила тоже прислать нам посылку с едой из Италии. У Яны тоже есть свой канал на YouTube. Лайфстайл и тренировки. Вы можете заглянуть на ее канал, я ссылку оставлю под этим видео. В общем, вот такая посылка большая. И мы уже ждем, не дождемся. Мы на самом деле долго ее не открывали. А ты можешь цветочек вот так сделать из салфетки? Ну да, это вот. Это вот цветочек? Ничто не идеально, даже роза это с шипами. Мы сейчас с удовольствием попробуем, что здесь, потому что утро. Вова почистил снег, мы голодные, не завтракали. Кстати, я нарезала помидорки, у меня такое предчувствие, что нужно было их нарезать. Моцарелла будет? И приготовила чай. Нет, моцарелла не будет, Яна сказала, что нельзя отправлять, и она хотела отправить, да. В общем, открываем! Ой, смотри, какая молодец, она уже тут список целый составила, что здесь есть. Я сразу сказал, ты как мне сказала, что она тренируется, сразу понял, что она молодец, прям описание, что здесь есть в коробке. Вот первое то, что мне попалось под руку, это пельмешки. Кстати, странно, что они не портятся, да, они сухие, как полуфабрикат получается. Пельмешки. Потом что их съели уже. Здесь уже сварили, съели. Итальянские мини-пельмени с ветчиной и пармезаном. Я сейчас их сварю. Яночка налепила, молодец. А почему нас тут продают? Потому что мы не в Италии живем. А ты хочешь в Италии жить? Да. Ты же хотел в Америке жить. Да мне уже без разницы. Хоть где. Сметанки бы сейчас, у нас нет сметанки. Но они с ветчиной и с пармезаном. А в Италии со сметаной едят? Кстати, да. Добавляют сметану в пельмени? Тарталаны. Пробуем. У нас есть друг Массимо. Массимо, привет. Массимо, если нас смотришь, да? Да. Итальянцы очень вкусно готовят, конечно. Угу. Вкус пармезана перебивает вкус ветчины, но очень вкусно все. Угу. Не хватает соуса сливочного. Я бы залила вот так сейчас. Или песто. Кстати, мне кажется, тут есть песто. Да, в списке есть соус песто. Все, давай. У нас соус песто. Яна, спасибо. Капец, он на список расставил. Ты нас сейчас накормишь. Это вообще. Капец. Это для меня такой культурный шок. Угу, молодец. После Жени. Слушай, ну ты чё? Яна, наверное, дома гладит постельное белье, шторы. А муж, наверное, дарит бриллианты и шубы. У тебя что, нет бриллиантов? Нет, Зойку. Соус песто, он из базилика, сыра пармезан. Очень вкусно. Кедровыми орешками. Томатный сок. Томатный сок мы сами делаем. Она делает слово. Сколько литров? 40 литров. Она просто, видишь, целую, обнимаю, забыла поставить Вова. Смотри, это чипсы с томатом и базиликом. А пива нет итальянского? Угу. Чипсы вкусные, да, но без пива их не вкусно. Без пива, смотри. Рио Маре. Это из тунца, по-моему. Подожди. Зубная паста из тунца? Похоже на зубную пасту. Паштет из тунца Пате аль тоно. Правильно я прочитала? Да, да, правильно. Давай, как раз видишь к помидоркам. И мажем, и мажем, и... Ой, пукнул. Крем. На, зубной пастой отведай. Ой, тунцом. Кстати, ты же любишь. Да, да, люблю. И это зубная паста с помидорами. Чик. Ну, серьезно, это зубная паста клубничная. Вообще. Вкусно. Это тоже вкусно.
придумали. Давай следующее. Мини-снеки с острым перцем, помидором, оливковым маслом, грессини алла калабрезе. Алла калабрезе. Это надо с этим бы. С тунцом? Да. Я смотрю, тебе понравилось. Зубная паста. С зубной пастой. Я как птенец. Спасибо. Вкусно. Итальянская паста тальятелла. Тальятелла. Тоже из яичной муки. Из яичной муки. 5-6 минут. Но мы сейчас сварить не будем, потому что мы потом приготовим. Мы сейчас со шторами едем. Да. Паста из вяленых помидор. Перетертая, да. Да, но ты можешь попробовать. Ты же любишь все пробовать. Ты тоже, да? Ладно. Классно, на чесночные брускеты, мне кажется. С это Сицилия. Прям оливковое масло так чувствуется. Итальянцы вообще молодцы. Да, молодцы. Вот в Италии я бы тоже, наверное, хотел бы жить. Или там где-нибудь в Испании, там у них море рядом, вообще классно. Паста из фисташек. Это кто жевать не хочет и... Сицилийская фисташковая паста сладкая. Крема аль пистакио. Ладно, сладкую попозже. Давай следующую. А там все, по-моему... Бальзамический соус для мяса, рыбы, сыра, клубники. Круто. Глосса гастрономика. Давай, открывай. Нужно на помидорочку полить. Томато итальяно. Зашторить что? Как будет по-итальянски привет? Бонжорно? Пробуем. Вкусно, да? Да. Прям класс. Это сладкий бальзамический соус. Он такой густоватый. Пикантный такой. Сладковато-кислый. Он подходит и для соленых блюд, и для сладких. А для сыра вообще, мне кажется, будет. Сухарики со вкусом пиццы. Ничем не пахнут, вообще без запаха. Но они должны быть со вкусом пиццы. Здесь нарисованы бараны. Бараны один черный и несколько белых. Это, наверное, сухари из баранов. Баранина. Такие вкусные. Я люблю сухарики тоже. Похрумкать. Вот мне нравится, что они не слишком соленые, не слишком сладкие. Шоколадные печеньки со звездочками Pan di Stella. Для Сары. Для Сары? Да. Но мы должны попробовать. Ну, мы Саре дадим. Дадим, обязательно. Может быть, половину. Потом. Одну. Потом. И все останется. Вот такие рождественские печеньки. Как вкусно пахнут. Ой, все. Знаменитый шоколад Джандуя. О, он такой еще красивый. Он в дырочку. Это отверстие вообще-то. Ну, он молочный. Ну, все равно вкусный очень. С орехом? Да, с фундуком, по-моему. Похоже. Печенье с начинкой из яблока и корицы. О, корица есть. Корицу я люблю. У нас точно есть похожие в Казахстане. Нету. У нас в Казахстане нет ничего похожего. Ну, вот такие же у нас тоже продаются. Ну, есть в супермаркетах, продается итальянская? Нет, они на развес как раз вот такие продаются. Начинка ел такие как раз? Нет. Они, наверное, конечно, отличаются по вкусу, но у нас есть похожие тоже. Очень вкусно. У нас без корицы будет. Очень вкусно. Как яблочный пирог. Яна разбила мое сердце. Все, Лена. Теперь Яну люблю. Пока ты не отправишь нам посылку, где ты там живешь? С Норвегии. С Норвегии. Ты в черном списке, Лена. Лена 864. Так Аня же еще хотела. Ну, очередь подожди. Типа, традиционные пирожные с орехово-шоколадной начинки. Похоже, как Рафаэлла, как будто. Бачи ди дама. Они любят фундук. Шоколад. Что, не доела? Мне очень понравилось. Вкусное. А я не почувствовал вкус. Фундук, ты что, прям чувствуешь его? Видишь даже? Не знаю, может, мне просто из-за того, что не песочное тесто не нравится.
Заключительное. Happy Birthday! Это конфеты из сухого молока, галатины. Это, по-моему, 60-е anniversary, типа юбилейная версия. О, они беленькие, и они такие, как... Как таблетки. Не сосачки, они как таблетки. Это как ментос. Грызть не надо. Все, теперь на ты? Самом деле, я хочу сказать про вот эти конфеты. Вы в детстве хоть раз ели сухое молоко ложками? Я ела. А стекловату как ты ела? Стекловату не ела. А, обычную вату как ты ела? Расскажи. Стекловату. Женя хотела сладкой ваты. Я была маленькая. И сахарила обычную вату. Я ее не сахарила. А, даже без сахара ела. Я думала, вдруг она такая же. В общем, кто ел сухое молоко в детстве ложками? Или с какое-нибудь сухое питание с молоком? Вот один в один вот эти конфеты. Уже не вкус детства. Угу. Ты теперь должен выбрать самый... Вкусные три продукта, на твой взгляд. Мне вот это понравилось. Пельмени. С ветчиной, с пармезаном. Потом мне понравилась вот эта паста. Ну, я думаю, еще вот это. Mm-hmm. Вот. Вот эти штуки мне понравились. Яночка, спасибо. Спасибо. Яночка, спасибо тебе большое за посылку. В общем, мне понравилась паста из вяленых помидор для гренок, для брускетов очень вкусно будет. Бальзамический соус, ням-ням-ням. И идея очень крутая с тунцом. Песто еще классно. Да, песто тоже вкусное, там кедровые орешки прям. Но вот с тунцом идея в тюбиках вообще шикарная просто. Угу. Все, Яна, спасибо тебе огромное. Спасибо, Яночка. Девчонки, обязательно загляните на Янин канал. Да. Потому что у нее реально прикольные видео. Вот мы сейчас да. даже смотрим. Почему? Какой красивый муж. У Яны муж итальянец. Какой красивый муж такой, да? Спасибо всем за просмотр. Если вам нравится такого рода видео, то присылайте нам посылки почаще. Я шучу. Присылайте нам почаще посылки, Женя вообще готовить ничего не будет. Никогда. Будем есть то, что, чем нас будут кормить люди. Что Бог послал. Да, чем нас будут кормить люди добрые. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Да, пока-пока. Кстати, ты не хочешь рассказать, у кого ты эту идею украла? Посылки получать. В смысле украла? Ну, не ты же это начала. Вообще-то начали американские блогеры, я с того пошла. А, ну ладно, все.